Мартехин. Ну ты чё такой грустный? Мартехин. По девочкам скучаешь? Да. Вот так вот. Бойкот. Так, сейчас у нас простая задача. Мне надо Умку перевести в вольер к Мартину. Вот она, Умка. Вот, и не пустить туда Ханку. Вот. А вот у нас Мартин лежит и шипит. Что-то новенькое. Шипит лежа, так сказать. Вот. Ну, давайте запускать. Не-не-не, Хану не пускай. Ну вот так вот каждый раз. Бедный Мартин. Скучно ему было. Бодается. Фигара здесь, фигара там. А Мартин уже сверху. Это там собачки дерутся. Комары достали. Очень много комаров. О, Мартин приступил к работе. Эй, дуралей. Ну, хоть что-то, в конце концов. И больше не выходи. Что-то еще не все. Мартюхин. Мартин. Мартин. Ну обрати на меня внимание. Ты чего? Вот такой вот небольшой. Как-то небольшой момент из жизни рыси. Да, саживание, рассаживание вот так вот регулярно происходит. Подписывайтесь, если еще не подписаны на лайв-канал. Спасибо большое за внимание. Здесь тоже лайки очень важны. И всем спасибо большое за то, что вы их ставите. Тем, кто их ставит. И пока-пока, до скорых встреч.